Деревянная пирамидка фирмы Крона. Пирамидка Шмель. Вот два штырька. На нем сделан цветочек и сам шмель на деревянной основе подставки. Все из дерева. На шнурочках есть ножки. Болтаются ручки у шмеля. Все из дерева. Усики. Волосики. Если сравнить с листом А4, то это выглядит примерно вот так вот. Небольшая по размерам, но очень интересная для ребят. Попробуем разобрать цветочек. Раз, два элемент, три. Зеленый стебелек. Листик, так, так выглядит цветочек. И сам шмель. Выпуклый носик. Все из дерева, покрашено вручную. Шея шмеля. Вот элемент с ручками. И ножки деревянные. Вот и получается вот такая подставка деревянная. Два штырька для шмеля и для цветочка. Таким же образом собирается пирамидка обратно. И цветочек.